10 ноября в конференц-зале IT-университета прошел кастинг в новый театральный клуб. Желающие принять участие заполняли анкеты и ждали своего выхода. Достаточно было выйти на сцену и удивить членов жюри, чтобы стать служителями мельпомены. Идея создания клуба принадлежит кафедре журналистики. Выступления участников оценивали сами организаторы. Режиссер проекта, студентка первого курса Ескалита Мирис и Лаура Сатабалдиева. Также в качестве жюри был приглашен Шерзот Саттарула, один из самых ярких и узнаваемых студентов университета. Изначально идея родилась у нас в группе. То есть, когда мы сразу начали знакомиться, кто-то высказал такую идею, что надо бы создать театральный кружок. И мы действительно, как бы, у нас была общая инициатива, и затем, спрашивая у других, то есть у других специальностей, они сказали то, что да, это очень классно, если у нас будет свой театр. И, соответственно, как бы, мы журналисты, из-за этого было бы классно в техническом университете развивать именно творчество, чтобы это было также интересно для всех, и мы могли двигаться всесторонне. По словам главного организатора, спектакли будут на трех языках – на казахском, русском и на английском. Изначально перформансы будут ставить для студентов МУИТа, но в дальнейшем планируется покорять и другие вузы. Команда инициаторов согласовала все с ректором и настроена серьезно. Ребята даже готовы раскошелиться и вложить деньги из собственного кармана. К работе они приступят с середины ноября, ну а первый спектакль планируется к декабрю, в канун Нового года.